Снова здравствуйте! Сегодня я хочу показать рецепт теста, который подойдет для любых пирогов, сладких и несладких. Тесто жидкое, наливное. Пироги получаются воздушными, нежными. Эти пироги называются быстрыми, ленивыми, то как их называют. Готовятся невероятно легко, получается вкусно. Приготовим тесто. Нам понадобится кефир 200 мл любой жирности. Сюда же добавляем 2 яйца, 1/2 столовой ложки сахара и 1/2 чайной ложки соли. 100 граммов растопленного сливочного масла, можно использовать также растительное масло в таком же количестве. Остается это перемешать хорошенько. Далее нам понадобится мука и разрыхлитель для теста. Муки я беру 200 граммов, разрыхлителя 2 чайные ложки. Муку обязательно просеиваю и остается только... Для этого даже не нужен миксер. Отлично ручным венчиком быстро все перемешивается. Вот такое нежнейшее тесто в результате получается. Нам останется только смазать форму маслом, тесто поделить визуально на две части, одну часть выложить на дно формы, затем приготовленная начинка накладывается, и сверху вторая часть теста заливается и разравнивается. Затем в духовочку, и через 30-40 минут готовый пирог уже на столе. Если вы будете делать сладкий пирог с ягодами или фруктами, то добавьте 3-4 столовые ложки сахара в это тесто. Начинку можно брать по своему желанию любую, но только не сырую. Сырой фарш сюда не подойдет. И сочные ягоды нужно, конечно же, посахарить, затем с них убрать выделившийся сок, а потом только добавлять. Приготовьте пироги на этом тесте, они невероятно вкусные и быстрые. А я сегодня с вами прощаюсь. Всем приятного аппетита и всего самого-самого доброго. Пока-пока!